Дерьмово осознавать, что я не поменяюсь. Кошка. Твоя каша подъехала. Да? А кто там пришел? Привет. На группу? Да. Ура! Короче, так жить нельзя. В 11 пошла на группу. В 12 она закончилась. Я пришла, сразу вырубилась. Сейчас уже 7 вечера. А Анна вообще не просыпалась. Всем виноваты витамины. Кстати, мне не поставили. Я просила, поставьте, поставьте. Да-да-да, это как сюда бегает. Хер кто поставит. Что у вас на обед? Это уже вечер, ужин. А на ужин что? Я даже не знаю. Честно, если мы сейчас спустимся. Кашка, там мясо, салат, ну вот. Кушайте, мы уже встаем, мы только проснулись. Офигеть, просто. Офигеть, еще вот это стол. И не говорите, сами в шоке. В смысле, ты не сможешь это есть? Вот мясо, вот каша. Нет? Звуки по себе такие, они очень запускают аппетит. Ничего, норм? Кто у него психолог? Он мне просто... Мы же тебя познакомили. Знаешь. Да, да, вот. Но он мне сказал с понедельника, что он будет. Ну, да. Я его сегодня не обнаружила. Меня тупо вырубило. Меня уже будет. Вставай, наша группа закончилась. Угу. Меня вообще вырубило. Я видел. Короче, вот я завтра их не схаваю с утра. Потом, когда уже поговорю. Давай. А завтра кружки будут? А, с этой тетечкой кружок. А во сколько? Где-то на 11, на полдвенадцатого, на 11. Ага. Поход на заправку – это самое веселое, что может приключиться со мной. Поверь, я так же развлекаюсь. В этом диспансере, да? Я выхожу только когда темнеет, на заправку заправлюсь. Просто смена декораций. Худоги везде одинаковые. Завтра я буду так спать. Я со всеми познакомлюсь, со всеми пообщаюсь. Да? Да, может, пойдем вместе на кружок. Ко мне можно там присутствовать? Ну, наверное, мне кажется, что они могут разрешить. У меня стильная прическа. Мяу. Мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу. Мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу.